Зарплата там все дела, то есть они как бы от государства получают зарплату. Церковь — это не государственное, это даже не учреждение, не знаю, как это А у назвать. нас же православное государство. Соответственно, это государственное. Все относится к государству. Нет. Да. Ну вот, допустим, школа — это государственное учреждение, они на полном гособеспечении сидят. А церковь — это не государственное, это даже не коммерческая организация. Ну как тебе сказать? Почему нет-то? Они зарегистрированы также в реестрах во всяких. То есть, это единственная организация, наверное, но не единственная. Отец, блин, ну... Они не облагаются налогами. Там и это вот единственное. Потому что, ну как бы у них ты и будешь так... ништяк брать, блин. Торпеды за кормой. Торпеды, торпеды, отец. Торпеды, торпеды, сами. Ништяк. А, отец, осторожнее, ништяк подстрелили. Уходи, я его возьму. А, ну, а, еще торпеды, отец. А кто там их пускает, вот мне интересно. Ну, догадайся, блядь. О, я еще и засветился. Кто-то прям здесь. Вот она, вот. Блядь, сука это. Уф. Блять, почему кот решил именно сейчас поливануть, а? Да убей его, да, еще один раз. Ты че? Подожди, а мы с кем воюем? Там что такая перезарядка там, блядь. Дикая. Ёбаный в рот, блядь, как мне это нравится, блядь. И опять авианосец на нашем краю, блядь. Нахуй, я быстрее сгорю, блядь. Ебать, ебать. Прощай, Саныч. Да, до свидания, ребят, блядь. А чё это за лодка-то такая, блядь? Мацукази, блядь. Торпедная, я играл сейчас на ней. 46 секунд перезарядка торпед. Отец, мы зря туда прёмся, блядь. Зачем ты в нее торпеды-то пускаешь? Они у тебя глубоководные. Вот еще тебе пачка идет в лоб. Торпеды справа по борту. Торпеды справа по борту. А инвиз у нее какой? Не помнишь? Блять, уходим, отец, уходим торпеды отсюда. Все, отец, разворачиваемся, уходим, уходим. Ну давай. Просто бежим отсюда, блядь. Сваливаем нахер, блядь. Вот тебе еще, пожалуйста. Это же Сомерс был, падла, блядь. Отец, не телись, уходи, блядь, нас сейчас расстреляют, блядь, мы сдохнем, да спасибо, живешь. Торпеды слева по борту. Да ебаный в рот, что ж такое, блядь? Вам надо срочно отсвечиваться и просто уходить. Мы просто отсвечиваемся и просто. А, все. У меня выкинуло нахуй из клиента. Че, кот наблевал? Не. В ошибку в какую-то ушел просто. А вы были отключены от сервера. Проверьте сетевое подключение. Меня слышно? Да, да. Слышно, то есть нормально ты работаешь, играешь. Да, просто выкинул. Это было потно.
Вы победили? Да если вы, блядь, съебались только еще. Так, я вроде пока живой еще живу. О, блядь, я утопил этого придурочка. Дурачочка этого. Которого из них ты утопил? Ну он там один из эсминец. А, да, если ты не мог утопить, блядь. Я его расстрелял. А. Отъехал я. Бывает. Бля, ебать, как меня вовремя выкинуло, конечно. Да, синьжоны, я 3 цитки достал. Сейчас подойду. Так, две торпеды есть. Отец. Нас тут как блядь. Волков гонят, блядь, как шакалов, блядь, блядь, дрочливых нах. Торпеды справа по борту. Торпеды за кормой. Вот он, блядь. Неполадки устранены. Синжо его прикрыл, блядь. О, Шимаказа еще на фланге, блядь. Прикольный бой получился, блядь. Просто прикольный, блядь. Че, все, выходите? Или вы досмотрите? Все равно ушел. А что ты досматривать? Две лодки у нас осталось. Нифига себе нас, как, блядь, этих, нахуй, как баранов в стойло загнали. О, вот он, немецкий. Красиво.